Привет, вас. Инсайдер с Кремля. Герасимов заболел. Не спорю. В чем же быть? Люди все болеют, тем более он не молодой, если уж на том пошло. Мог и заболеть. Не спорю. Абсолютно не спорю. Так что здесь не злорадствую. И если действительно человек заболел, ну, желаю ему выздороветь. Чисто по-человечески. Но подозрительно. Очень подозрительно. Но вы, наверное, слышали, ну, во всяком случае, что там Шойгу лично решил навести порядок с мобилизацией. Потом этот как Суворкин, этот, который самый-самый, сказал, что все хорошо, все замечательно. Один только начальник генерального штаба решил заболеть. Не исключено, что это связано. Поймите, в любом случае, вы же понимаете, что по большому счету вот все это должны делать. Ну, министр обороны — это, знаете, такое лицо для парадов. А вот генеральный штаб — это головная боль. Вообще, по большому счету, это вот это настоящая такая рабочая лошадка. И это, понимаю, Герасимов действительно имеет массу проблем. Ну, плюс еще Кадыров с этим наездами. А с Лапиным так и непонятно. Кадыров заявляет, что все, сняли официально. Ну да, типа, аж официально не сняли и так дальше там. Но ситуация, да, действительно непростая. Ну, понятное дело, что уже ж поговорили, что Герасимов одной ногой в отставке. Все. Кадыров решил и Пригожин. Черт его знает, может быть. Не, вообще, по большому счету, вот такие болезни, это всегда, ну, вот, если когда-то будете работать министром, то будете знать, это такое очень часто происходит, если действительно человек видит ситуацию, резко заболел. Ну, понятно, что не заболел, просто нужна пауза, чтобы посмотреть расклад сил. Ну, или два варианта, действительно красиво уйти. Ну, вариант проще и проще. Я говорю, он же не молодой раз. Не, тоже. Можно писать рапорт по состоянию здоровья, с учетом тяжких болезней и так дальше. Да. И тут, знаете, уважительно, заболел человек, все хорошо, не из-за этого. Просто заболел и, к сожалению, не может исполниться. Вот такая ситуация. Нет, уже там кривляющие задюшники, это ужас, конечно. То, что там баталии до двух. Ну, сейчас, конечно, надо же уже, соответственно, как бы подлить. Кто заменит Герасимова? Конечно, Пригожин. Только он может возглавить генеральный штаб. Ух, и не меньше. Вообще-то даже по закону не имеет права, хотя в России кто-то закон соблюдает. Вообще, как правило, начальник генерального штаба — это действительно должен быть кадр военный. Ну, не знаю, знаете ли нет, что даже при Сталине, начальник именно генерального штаба — это был бывший царский генерал. Да. Правда, был предан как собака и... Как вам сказать, он-то пытался объяснить Сталину, что солдата хочет раз в день кормить надо, не помогало никак. Я думаю, Герасимов аналогично. Потому что, понимаете, вот, чтобы вы правильно поняли, вот эти вот все как бытовые вопросы, денежные, военные, подготовка оружия, это именно Герасимов отвечает он. А идеи бросает. Да, Путин, Шойгу, Кадыров. Потому что они же-то не отвечают. Эль, надо! А он там смотрит, надо, чего. Ну вот понимаете, какая ситуация, что он знает четко, сколько действительно есть портянок. Если ему говорят, надо, их просто нет. Он знает, сколько оружия. Вот кто знает все. И сколько оружия, которое стреляет, которое поломано. Это вот он знает. Я думаю, видя это все, он понимает, что вы, ребята, достали. Это близко этого нет. Так что, заболел. Ну что ж, пожелаем ему выздороветь. Ну, а если что случится? Ой. Бывает на Руси, бывает. Ну, по большому счету, история России знает много всяких случаев. Когда некоторые... А, это маршал, как раз, не хотел сказать генерал. Маршал! Стрелялись. Ну, по-офицерски. Застрелиться. Красиво. Ну что ж, благодарю за внимание. Пишите комментарии, высказывайте свои мнения, ставьте лайки, дизлайки. Ну, короче, все как всегда. До свидания.